В большом числе сообщений нашего сообщества легко сориентироваться, используя темы. Если мы хотим посмотреть только уроки, то мы уберем все остальное, откроем только уроки. Уроки будут идти в обратной последовательности. Новые сообщения, а внизу старые. Если нам некогда заниматься глупостями, мы хотим посмотреть только обсуждение, то мы щелкаем по обсуждениям и видим, что здесь, в общем-то, информации не более много. Наглядные пособия – это вещи, чаще всего необходимые для демонстрации какого-либо урока. Ну, отдельно можно посмотреть, походить по экскурсиям. В основном это экскурсии по библиотекам и накопленным роликам аниматрона. И на переменке самое важное, что происходит в школе на переменке. Там читают последний раз перед уроком нужные материалы, друг у друга спрашивают, как решить уравнение –